перед тренировкой не то, что ставить цель, а говорить, сколько ты забьешь сегодня голов, как ты думаешь, или сколько ты хочешь забить сегодня. Хорошее. Он, конечно, может там скажет, я хочу 2, забьет 1, расстроится. Сказать ему, ничего страшного, следующий раз все забьешь. Это можно сделать, главное учесть его состояние. Если он взволнован, если он не собран, если вы видите, что он переживает, такое нельзя делать. В основном не собран. Значит, нужно его собрать. Есть технологии, как собирать ребенка, да, и они займут у нас очень много времени, не будем сейчас это говорить. Но самая простая технология, это просто посмотри на меня. Давай посмотрим в глазенки, давай друг другу посмотрим. И такая технология работает как при взаимодействии родителей и ребенка, так и при взаимодействии спортсмена и животного, с которым он работает. Это может быть лошадь или собака. Да? Я веду семинар для кинологов, веду семинар для коневодов. Работает. Все очень хорошо. Давай посмотрим друг на друга. Да? В этот момент мы можем подарок еще взять. Видишь меня? Видишь? Ничего не говорит. Можно ничего не говорить. Можно сказать, что я тебя люблю, ценю, уважаю. Да. Контакт. Вот он такой вот пришел, с бытовых дел каких-то, да, со школы, взвинченный, или там с детского садика, вот такой, яркие есть тут лампочки, шарики, там, толпа бежит, каких-то ребят, которых я хочу всех тоже пощупать, потрогать, попинать мячик, вон там еще что-то, отвлекающих факторов очень много. Давай посмотрим друг на друга. Пусть это будет хорошим ритуалом, традицией. Этого будет достаточно. Вы увидите, во-первых, что-то, и он увидит вас, что вы увидите.